Трагедия за трагедией происходит, друзья, в российском шоу-бизнесе. Мы не могли с вами не поделиться этой ужасной новостью. Об этом знает уже весь российский шоу-бизнес. Эта новость была опубликована еще сегодня ночью на одном из российских интернет-сайтов. Нам сообщают пока еще малопроверенную информацию о том, что всем известный российский музыкант, продюсер и певец Макс Фадеев сильно потерял свое зрение и сейчас находится в одной из больниц города на лечении. Действительно ли это так, друзья, мы еще разбираемся. Хочется верить в то, что с Максимом Фадеевым все будет хорошо, а также хотим пожелать скорейшего выздоровления ему, пусть он возвращается домой. Уже завтра утром, друзья, на нашем канале вы сможете увидеть продолжение этого выпуска, где будут подробности этой трагедии. Подписывайтесь, друзья, на наш канал, следите за нашими новостями и будьте всегда с нами на нашем YouTube-канале.